Здравствуйте. В этом видеоролике я хочу вам рассказать про китайский средний танк Type-58. Этот танк уже элитный, как видите. Экипаж у него прокачанный тоже. Что касается модулей. Этот танк имеет одну топовую пушку 85 мм. Лучше ее, конечно же, нету. Рация на 525 метров у него. И движок на 520 лошадиных сил. Кратко об этом танке. Этот танк быстрый, на нем очень легко делать маневры, пробиваемость и урон у него очень хороший. Этот танк легко пробирается по флангам. На этом танку легко можно попасть в тыл противника. Легко этим танком можно уничтожать артиллерии, средние танки. И в этого танка даже хватает урона и бронепробиваемости, чтобы пробить и тяжелые танки 7-8 уровней. В основном танк, кратко говоря, очень хороший. Сейчас я его вам продемонстрирую в бою, и вы сами все увидите. Уничтожен! Только что вы видели видеоролики фрагментов этого танка. Вы видели, как он ведет себя в бою, что он может, какой урон наносит, как он маневрирует. Очень интересно знать ваше мнение, понравился вам этот танк или нет. Если понравился, пожалуйста, поставьте лайк на видео. А если нет, прокомментируйте свое мнение. Спасибо вам за внимание. Пока.